О ДТП на железнодорожном переезде между Сатинкой и Лазовкой в Главное управление МЧС России по Тамбовской области сообщили в 15:30. На регулируемом железнодорожном переезде пассажирский железнодорожный автобус, следовавший сообщением Облако-Тамбов, запустил столкновение с автомобилем марки КАМАЗ. К месту происшествия прибыли все службы экстренного реагирования. На месте работало 97 человек личного состава и 24 единицы техники. Железнодорожный автобус вез из Уварова порядка 40 пассажиров. Водитель КАМАЗа не предоставил ему преимущества на железнодорожном переезде. Рассматривается версия, что у грузовика отказали тормоза. В результате аварии 14 человек пострадали и погиб помощник машиниста. По уточненной информации, помощь оказали 15 пострадавшим. Четверых человек с тяжелыми травмами, в том числе и машиниста, госпитализировали в Тамбов в больницу имени архиепископа Луки. В областной перинатальный центр доставили беременную женщину. Еще двоих пассажиров железнодорожного автобуса отправили в областную клиническую больницу. Среди пострадавших есть и 3-летняя девочка. Ее наблюдают в областной детской больнице. 30-летний водитель грузовика получил медицинскую помощь на месте ДТП и в госпитализации не нуждался. Известно, что КАМАЗ вез свеклу на Знаменский сахарный завод. В результате аварии свекла усыпала железнодорожный переезд. В 23:20 железнодорожное сообщение было полностью восстановлено. Полина Болотова, Илья Тырса, Анна Мусатова. Область новостей.